Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Литков посетил с рабочим визитом Билибино. В городе Атомщиков он встретился с представителями местной ассоциации и обсудил с общественниками ряд проблемных вопросов. Сюжет наших коллег из билибинской студии телевидения. В актовом зале администрации города Билибино состоялась встреча Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основной нитью данной встречи было обсуждение проблемных вопросов. Членов ассоциации волновал вопрос пенсионного возраста работников сельскохозяйственных предприятий. Было бурное обсуждение о том, как будет проходить регистрация в реестре коренных малочисленных народов. Оговаривали проблему серых зон при оформлении дальневосточного гектара, о том, как недропользователи будут взаимодействовать с Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки. Проблематика все равно схожая, потому что все равно это везде север, как правило, везде это удаленные территории, вот, и везде традиционные отрасли хозяйствования, и, к сожалению, везде вот промышленные компании. Вот, освоение северов идет, север, Арктика, Дальний Восток, и поэтому все крупные проекты сегодня находятся здесь, поэтому будь то слушание по землеотводам, с крупными проектами, потом как соседство урегулировать. Был поднят вопрос отчетности, вылова водных биологических ресурсов. Проблемных вопросов было много, и каждому было уделено время на рассмотрение. Помимо обсуждений, Григория Литкова пригласили на Аэрокор. Он состоится в марте следующего года. Пригласила его руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Зои Капсони, которая также передала ряд вопросов, связанных с проблемами ассоциации. Владимир Петровский, Валентина Еременко, Вести Чукотка, Билибино.